Так. Я же торговался, да? О, муза, я хочу спеть о богине-охотнице Артемиде. Пошли. Источник воды у деревни отравили. Чистите зловонное логово. Это случилось позавчера. О, шлем возьми. Их же должно быть трое. Вон, двоих стражники убили. И опыта нам не дали, суки. Ого. А куда мой придурок убежал? Так, уровень, надо уровень получить. Да, ко всем показателям скорости у него есть. О, он и быстрее носиться будет, и быстрее бить будет. Угу. Так, сейчас он 8 уровня, да? Да, 8. Толку пока перезапускать нету способности. Тегейский родник. Смертный. Я наяда. Дух это. Зловонное логово. Какое замечательное название. Алтарь шипов бесполезный. Подожди, 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 сейчас этого придурка позовем сюда. Да, попал. Все. Пусть его все хорошо. Как так можно бессердечно бросать его на произвол судьбы? Кольцо, шлем энергии, который вообще дерьмовый. Как ты так быстро поднимаешь вещи, блядь? Голду только можно и хилки так быстро поднимать. F нажми. А, английскую. Что, не работает, что ли? В смысле? Попробуй, говоришь, поднять голду. Рядом с голдой стой и нажми А. Вот. Понятно. Так. Так, хилки можно только и голду поднимать. Печально, хотелось бы всего так поднимать. Блин, еще скоро на этот XCOM 2 же, знаешь? Ну. У него еще DLC скоро новый выпустит.
Или уже блядь, нет денег купить. О, так я во всей физической силы. О. Ох, вот тут мы огребем. Если не твой голем. Это надо мочить первую очередь. Че, оглушение что ли? Я сразу телепорт сюда ставлю, все равно нам улетать скоро. Предаваться. Блять, ты прицелься ты. О, бери его наруч. Не лезет, я сейчас. Схожу, продамся. Кому-нибудь, чтоб деньги дали. Бабы-воины тоже тут есть. Ну чё, ты тут? Да-да. Мне кажется, мы здесь не все почистили. Да нет, все. Блять, не выспался нихуя. Яд из пещеры больше не проникает в ручей. Блин, пусами до сих пор не открыт материться до хера. Ну, конечно, в армии без этого никак. Угу. Я помню, я когда только начал служить. С одним официантом, когда разговаривал, он говорит, блядь, что ты, говорит, такой интеллигентный тип, я говорю, ну типа, ну, соблюдаю, типа, спасибо. Это культура. Вода в источнике. Что, говорит, пидор, что ли? Клинкам не хватает изящности, что, но они острые. Капитан, что ли, был, блядь, говорит, ой, блядь, подал луну. Я ему говорю, типа, ну, почему ты, типа, товарищ капитан? Что ты, говорит, так интеллигентно со мной разговариваешь, блядь? Говори, типа, как есть. И давай там материться. Прощай. Типа как мужик, говорит, разговаривай.
За такое отношение к офицеру можно и под трибунал залететь. Глухомань же, похуй всем. Угу. На границе, если да, с Китаем. В жопе России. Ну. Как там, блядь, полководец? Ну, голему, походу, вообще уже на все насрать. А когда следующий алтарь мастерства будет, тогда вот, и еще раз я его призову, тогда ему будет насрать. Опа. Кому-то что-то от меня надо. Так, здесь ничего нет, да? Куда я бегу, блядь? Опять ночь. Хоть этот светится, придурок. Ночь? Да. Нет, у меня день. В смысле? В прямом, у меня светло. А у меня темнеет, имеется в виду? Ну, темнеет, возможно, но так все равно светло. Яркость, наверное, там прибавил у себя, блядь. Да нет, нормальная яркость у меня. Как в этом? Среднее значение. Я даже яркость вообще не трогал. Я яркость не трогаю. В играх. В этом. Как его там? В Дейзи. Дейз раньше была такая-то. Это что за дорога? Что? Здесь тоже никогда не был, блядь. Какого хуя? Кто не знает, по карте увидел тут тоже какой-то кусочек. Здесь не стадаун это ёбаным, который до сих пор в альфа-тестировании, блядь, вроде как. Обычно, да, Дэйзи? Разочарование года, это, всей моей жизни, блин. А, нет, подожди, здесь Стендалон, был, что ли? Да. Нахуй вообще покупали, мы не знаю, не знаю. Обычно лучше. Конечно. Бери, бери. Сколько мы с ним этот с Вованом ебашились, вот обычный Дейс мод. А я что-то я забыл, все мы здесь был. Нет. Там намного лучше было. Хрен с ним одежду, нельзя было там на себя нацепить всякую виду одежду, блин, но. А сам по себе намного лучше было по игровой механике. Интереснее. Удобнее. Да. Похоже, что, блядь, она наполовину переведена, некоторых иногда нет, блядь. Ох, ебать, ядом. Яд въебало получил. Ага. Опа. Опять этот придурок. Ебать, он жирный. Ну зато тут на зомби покачаться можно. Да его сейчас этот добьет, наверное. Да он его вообще не бьет. Или его бьет. Его, его. Не, он не его. Он мелких бьет. Вот душный он. О! О!
Ему похуй на все просто. Таит уже его сколько пиздят, а даже пол хп еще не ушло. 16 уровень зомби. Ох, блять, это заебался пиздиться с этими придурками, бля. Так, посох. 11 уровень, 140 интеллект. А у меня сколько? Ай. Банизм поднимается резко, блядь, и здоровье так резко коцать начинает. Угу. Куда там без меня? Блядь, как я его поднял? Блять. О, сколько, 10-й будет уже. Ух. Я тебе рассказывал, что этот BioWare думает о разработке Dragon Age 4, блядь. Да, рассказывал, очередной провал хотят, чтоб случился. Я без понятия, что они думают, блядь, сделать с этим. Когда у них и вторая хуже первой, а третья хуже второй. Третья хуже всех двоих, блядь. Ну вот и говорю. Я, конечно, попытаюсь третью пройти на канале, блядь. Там кровь из носа, там, блядь, блевать буду сидеть, но пройду, наверное. Блядь, что я делаю? Первую тоже будешь проходить? Да. Все части, думаешь? Ну. Но у меня что-то желание такое дикое в него поиграть есть. Хоть даже кровь из носа. Вторую еще можно играть. Да. Там, а вот третью, ну, блин, я уже третья не знаю. Третья это совсем не Dragon Age. Я не знаю, просто берешь какую-то хуйню, подбираешь, собираешь, блядь. Это как ММО, РПГ. О, иди сюда. Это как РПГшка какая-то становится. Dragon Age. Это Inquisition, да, Инквизиция? Да. Я ебал, я даже покупать её не буду, но. Просто пиратку скачаешь. Да. Не заслуживает третья часть, чтобы я ее покупал. Там реально в ММО РПГ превращается. Фармить что-то надо, дракону ходить фармить, что-то выбивать надо, ёбаный рот. Попробуй дракона пофарми, блядь, в этой. Вот единственное, что они это сделали планет драконов, блядь. Да. Наконец-то, спустя сколько серий, две части они сделали драконов, настоящих здоровых придурков, на которых хуй убьёшь, блядь. Вот это да, это плюс. Ну вот сам... Единственный.
Вот сам сюжет, блядь. Сюжет тебе вообще непонятен, блядь. Какая-то у тебя пиздобочина в руке, блядь. Ты закрываешь другие пиздобочины с помощью своей, блядь. Я вообще... И откуда эти пиздобочины взялись, даже непонятно. Просто упал из этой хери, и все. Ну. Хоть старых героев не забыли. Хоть старых героев не забыли, блядь. Это тоже плюс. Да. Ну и этого, как его там, этого, гнома арбалета, Варик, или как его там зовут, блядь? Да, по-моему, Варик. Это за это вот просто. Он просто вытаскивает вторую часть от Сэйм. Да. Особенно с его диалогами. Особенно, когда он с Изабеллой разговаривает. Блин, как еще в первой части того гнома-то звали? Орган вроде, или как-то так, блядь? Огран. Да, алкаш, блядь, ёбаный. Вот, чем-то похоже. Типа здесь как три наездника там. По-моему, все гномы такие. Ты куда пропал? Тебя вообще не слышно, блядь. А, я рукой микрофон закрыл. Не, или кажется, или все гномы такие, как и Варя, как и Огран. Сомневаюсь. Любят так поговорить. Ну им-то что, они со всеми так могут разговаривать? У них даже, по-моему, по сюжету тоже маг сопротивления очень хорошее. Так что им маги толком ничего не могут сделать. В игре не ощущается, но если сюжет все это вдаваться, да, там на них вообще это не действует. Да, они же рунами. Ну, так что они могут словами раскидываться только так. Все равно на них ничего не повлияет. Там вот уже, по-моему, кто-то... Их мало просто, вот в чем дело. Ну, это да. Порождение тьмы их поубивали, нахуй, блядь. Все 9 городов, да? По-моему, уже 2 осталось или 1? Да, 2. Было 9. Если историю вспомнить... Разве не 12? Или 9. Я хер знает. Ну, помню. Знаю только, что 2 осталось и все. Я тоже. Я знаю, что еще там по лору, вот эти второго города, которые не Арзамара, а второго уже есть. Что они типа, ну, нихуя не обрадовались, когда их эти нашли, блядь, обратно. Когда из Арзамара их нашли, что ли? Да. Другие. Я не помню толком-то, бля, хули. Я минимум во все игры играл год назад. Потому что в армии был год. Да. Время там проебывал. Ладно, где еще такой... Где еще такой дебилизм вижу? Так, на. Ты сука ёбаная, блядь. Как ты бегать он быстро начал, бля, стал. Ну от размеров, наверное. Анимация-то. Анимацию никто не отменял. О, на этих призраков огонь действует хорошо. Да, походу. Ему похуй. Сейчас он сдохнет, конечно, у тебя. Он танкует, ему похуй. Пошли, подхилим его. Да, ну на. И зачем я его вызову потом заново? Инвентарь полон. Да, инвентарь полон. Поднимай. Моё дитё. У меня всё тоже заполнился. Сейчас, она разберется. В
Где там какой? Кто спрятался? Охуеть. Я не знаю, не могу в него попасть. О. Ну чё, в город смотаемся? Да? В пахту. Не дадите. Что нравится, нравится в Dragon Age первым, там вот за каждого вот этого, ну там же сколько там, 6 же пауков, да, будет? Рассказывает, типа, кто там начальную историю твою, как ты, типа, стал этим серым стражем, как ты до такой жизни докатился, блин. До свидания! Как бухать начал. А тут, блядь, просто вторая часть начинается, какой-то Хоук. Откуда он взялся? Кто он такой? Понятно. Просто пришел, откуда-то. И все. Ладно, хоть показали, типа, как он там бежал с этого, блядь. Лотеринга, или как его там город называли, деревня называлась? Не помню. Я сам в нее последний раз 3 года назад играл. От первой, да, помню, потому что, блядь, ну сам понимаешь, первая это я шедевр. Я пиздец, задрачивал и сидел. Аналогично, я вот первую месяца 3 назад только играл последний раз, и все. Там и все DLC скачал, Голема Армгака. Он же не так, переведен. Переведен. Я вроде помню, я качал когда-то пиратку, она была не переведена. Я тоже пиратку качал, переведено. Все DLC там переведены. Нихуя себе. Были. Это поворот. Ого. Я на русском играл, там охереть шмот дают. Там руны имбовые дают, все имбовое. Просто потом ходишь, можно сказать, как казуал ты играешь. Мне нравится в этом. Есть же дополнение, где там эти порождения тьмы возвращаются. Ну. Там этот баню какую тебе дают. Мне кажется, ли на них вообще огонь не действует, на этих черепах. Хуй знает. Я вообще мурону. Или просто мы по ним не попадаем. Я не попадаю просто, блядь. Вон же у меня стрелы в земле воткнуты. Не попадаем, скорее всего. Нет. Там вот баню можно такую черную найти, блядь. А, да, знаю. Это типа Dragon Age Пробуждение. Да, да, как-то так вот называется. Да, Пробуждение, Awakening на английском. Да, броня серого стража. Броня серого стража, что ли, называется. Идем сюда. О, всё, голема достало. Все, можно отдыхать. Давай из игры выйдем, он сам все почистит. Ага. Он от горя потери своего хозяина берет, этот развалится на части. Я не могу обмануть его чувства. Оставить его. Баки не жирные, слушай. Не, на них огонь тоже хорошо действует. Или это мы просто под алтарем такие жесткие? Лучше бы опыта дали, конечно. Хотя смысл от этого опыта, когда мы их убиваем полгода. Гоблина оставили там в уголочке. Он сам не хотел приходить. А ты взял его, потревожил. Вдруг он спал. Вдруг он горевал. Нихуя вдруг он душе спал, ему он плохо. Он ходил, потерянный такой. Но мы его привели с чувства с этим, с моим долгом. С моим долгом порождение магии.
Оружие выбираешь? Блядь, он побежал, оружие, блядь, пиздится. Взял он не секач. Это я взял или ты? Ты. Яд неплохо. Там буду ударом травить и все. Все, заебись. Десятка. Ай, 11 уже. Ну вы сами придавите. Хотя слабоват яд. Еще больше стал, блядь. Ага. Эй, ты чё, охуел, что ли? Ну чё, ты прокастовал просто. Или въебать а, хотел. А, да, он этот, у него вон. А, герой дразнит врагов, пытаясь отвлечь их от этого. У него провокация включена, блядь. А чё дает? Ну как у этого. Добрый день! Ну помнишь, у этого, у Акса же была типа Агра. А, понятно. Агр! Да. А ты заебал брать задание, блядь, подожди. Успокойся. Сейчас я тогда вещи продам. Пока! У нас неприятности. Сейчас их у всех хватает. Никто не знает, почему появились чудовища. Ничего. Ну чё, на этом серьезно. Вот тебе загадка. Когда посох съедет. Где я поторгуюсь? Ответ прост. Когда он в умелых руках. Чё бы купить и одеть? Пусть восстановление энергии, пусть сопротивление яда, До встречи! Знаешь, я и сам здесь недавно. Мы шли в Афины на военном корабле. Муза, придай силу моему голосу и освежи... По тебе видно, что ты твердо стоишь на... Итак, тебя прислал Леонид. Наверное, он очень занят, если не смог приехать сам. Чудовища заполонили всю... Короче, давай так, заканчиваем вообще на сегодня.